Профессор Чон Мун Ян специализируется на лечении болезни Паркинсона, хронической боли, тремора, а также хирургическом и медикаментозном лечении неразрешимых судорог, глубокой стимуляции мозга, стимуляции спинного мозга и детских врожденных аномалиях. Профессор Чон Мун Ян дает надежду пациентам с функциональными мышечными расстройствами, не реагирующими на медикаментозную терапию. В случае, когда такие заболевания, как Паркинсон, дистония и другие, доставляют серьезные проблемы в повседневной жизни из-за выраженности симптомов, непроизвольные движения различных частей тела и не поддаются лекарственной терапии, профессор Джон применяет хирургическую тактику лечения – удаление структур таламуса или глубокую стимуляцию мозга. Во время операции по удалению структур таламуса избирательно и с абсолютной точностью разрушаются только те клетки мозга, которые генерируют аномальные сигналы. Такие операции считаются достаточно эффективными для пациентов с функциональными двигательными расстройствами и позволяют значительно уменьшить симптоматику заболевания.